Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковка, очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь сборная посылка по акции выгода умножить на 3. 4 предмета, 2 ремня, часы электронные, сынок и велосипедный электронный звонок. Давайте откроем и проверим все это. Посылка дошла за 10 дней. Получил на кассе в магазине пятерочка, упакована в почтовый полиэтиленовый пакет. Внутри 4 товара. Вот такой ремень тактический, мужской, с автоматической пряжкой, с быстросъемной. Дальше часы, синок, велосипедный звонок и вот такой ремень с 2 рядами отверстий. Начнем с этого ремня. Остальные предметы будут в следующем видео. По акции он стоит 189 рублей. Суть акции заключается в том, что вы должны взять от 3 до 10 предметов. Можно и больше, но тогда придется сделать и больше заказов. А так он стоит без акции 540, по-моему. 500 с копейками. Ремень вот такого типа, как стропа, много отверстий, длина ремня 110 сантиметров, можно взять 120 сантиметров и выбрать цвет. Я взял такого вот болотного цвета. Ширина ремня 37 миллиметров, ну почти 4 сантиметра. Вот что он из себя представляет. Кордовое плетение, пряжка металлическая, 2 ряда отверстий. Ремень прочный на вид такой, но ремень сделан добротно. Шильдики тоже металлические, нитки нигде не торчат, отверстий много, подойдет на любую талию, ну, до 110 сантиметров. Как я сказал уже, можно взять и 120 сантиметров. Так что выбирайте. Прошивка аккуратная. Как я уже сказал, нитки нигде не торчат. Сделано все добротно. Ремень крепкий, как парашютная стропа. Кордовое плетение. Ну, отличный прочный ремень. Сейчас я его примерю. Как раз под цвет штанов. Штаны держать будет. Отлично. Подошел к этим брюкам. Ремень классный. Можно подтянуть. Да, мне 120 сантиметров и не стоило брать. Подойдет. Итак, я не такой уж и толстый. Подошел отлично. Так что рекомендую. Вот так он смотрится сблизи. Сидит отлично, как я сказал. Можно подтянуть или ослабить. Вот так вот сделаем. Ремень надежный. Все металлическое, пряжка металлическая, шильдики металлические. Отличный ремень для таких штанов, для повседневной носки. Вот так вот он смотрится. Ремень неплохой, так что рекомендую. Ну, в принципе, друзья, на этом все. Буду заканчивать. Ссылочку на этот ремень я вам оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всем доброго, до свидания.